Сколько мы говорили о том, что Москва ведет себя так, как будто никакой войны нет взагалі. Да? То есть они сидят в ресторанах, весна, цветы, ароматы, вкусная еда, денег куры не клюют. И все ведут себя так, как будто никакой войны нет. Она где-то на другой планете, может быть, даже в другой галактике. Точно не где-то тут рядом. И тут вдруг летит дрон, жужжит и выбивает окно. И обломки могут упасть на какой-то ресторан и так далее, и так далее. То есть понимание того, что война идет. И вот это, наверное, самое главное, что вдруг москвичи увидели собственными глазами. Не только эти страшные обстрелы Киева. Да? Вы знаете, что у меня много друзей в Киеве. И когда мы разговариваем, я слышу тревогу, я слышу взрывы, да, я вижу все это на властные очи. Поэтому не надо думать, что убивать людей могут только в Киеве. Война, она такая, она приходит в дом каждого. И пока ты не поймешь, что самое главное – это убрать вот это инфернальное зло, сидящее в Кремле и называющееся Владимир Путин, да, вот пока его не убрать, война не прекратится. И вот это понимание должно дойти, знаете, дойти до головы, до сердца каждого россиянина. Тогда, может быть, что-то начнет меняться. А до мешканців Шебекіна в Білгородській області вже дійшло ось це розуміння, як ви вважаєте? Ну, мені кажется, що да. Мені кажется, що да. І, собственно, і дійшло до тих, хто видел рейд Легіону Свободи Росії і РДК в Білгородській області. Ті ребята, які там були, сказали, що ФСБшники, полицейские, пограничники бежали так, что только пятки сверкали. И, собственно, ну а местные жители просто удивились, и все. Да? И по большому счету это картина того, что будет потом, да, когда и в Москве будут спешно... Я просто видела 91-й год, знаете, когда путчисты проиграли. И я видела, как в Петербурге на Литейном 4, там находилось, собственно, управление КГБ по Ленинграду и Ленинградской области, жгли все архивы. Я уверена, что это время придет, и на Лубянке снова будут жечь архивы. Будемо спостерігати, Олю. Скажіть, ну російський добровольчий корпус знову заявляє про те, що вони перетнули кордон. І вони знаходяться на території Росії і говорять про те, що вони там ведуть бойові дії. Навіть була інформація про те, що вони там був обстріл будівлі МВС. Місцевий губернатор говорить, ну, спростовує цю інформацію. Так, от він робить вигляд, що в нього все йде по плану, чи що там відбувається. Пісков каже, що йому там Путіну доповідають про ситуацію в Шебекіно, все він там знає. Ну, а як? А в соціальних мережах у людей там, ну, зовсім інша реакція. Там еще одна очень интересная история, да, много говорилось про то, что какие-то там супер-пупер сооружения строили на границе, какие-то бешеные бабки там отмыли, а оказалось, что там особенно ничего и нет, то есть никаких таких непроницаемых сооружений, а оказалось, что вовсе нет. Поэтому все как обычно, местные власти используют эту ситуацию для того, чтобы еще быстрее красть. Потому что они понимают, их власть может закончиться в любой момент, поэтому что они успеют ухватить сейчас, вот в эти последние дни своего правления, то у них и останется, а может и не останется, может не успеют даже никуда в гараж спрятать. Поэтому, конечно, ситуация в приграничье острая, да, и власти местные показывают, насколько они недееспособны, насколько они, не то что не могут... там, они умеют только воровать, поэтому они ничего не могут, не то что они сказать ничего толком не могут местным жителям, они могут только врать и воровать. Это две вещи, которые российские чиновники умеют, больше ничего они не умеют. Якщо не помиляюсь, видання Times, здається, писало про те, що Легіон Свободи вербує тисячі росіян для атаки на Москву. Так от може він стати тією рушійною, скажімо, силою? І чи може дійти до Москви, до Кремля? Ви в це вірите? На самом деле, ведь 24 февраля 22 года многие боялись, что Украина не выстоит, потому что вторая армия мира, столько людей, живой силы, техники, бомбы, самолеты, ракеты, вот сейчас все. А почему Украина выстояла?
потому что украинцы защищают свою землю, потому что украинцы были очень сильно мотивированы на это. Моя надежда как раз на то, что те россияне, которые собираются освободить свою землю от узурпатора Путина, точно так же сильно, очень сильно мотивированы, как были мотивированы украинцы, защищая свою землю. Поэтому я считаю, что шансы на то, что там появится много людей, достаточно для того, чтобы освободить Россию, такие шансы есть, и я надеюсь, что это произойдет как можно скорее, потому что от этого зависят жизни всех мирных жителей и России, и Украины. Я уж даже не говорю про военных, потому что сегодня, как вы правильно сказали, 1 июня, а Кремль продолжает убивать детей. И надо об этом помнить каждую минуту, что это просто какие-то людоеды, которые дорвались до власти в России.